Привет! Как выбирать друзей? С кем дружить? Как найти друзей? Это очень важная тема. Когда вы выбираете для себя друзей, обязательно смотрите на то, что его или ее уровень мышления был равным к вашим. Это очень важно. Если его уровень мышления выше вашего, тогда ваши слова, ваши темы для него будут очень примитивными, его слова, его темы вы не поймете. А если наоборот, вы выше мышления, уровня мышления от него, тогда его слова, его темы будут для вас примитивными, а он не поймет вас. Потому что, представьте так, вы смотрите с 10 этажа, а ваш друг смотрит с 1 этажа. Вы будете видеть совсем разные картинки. Именно поэтому надо выбирать друзей на своем уровне. Если будет разные уровни, вы будете смотреть на мир, на жизнь и будете видеть совсем разные картинки. Вот так. Благодарю вам. До новых встреч. Пока.